Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр продолжает свою работу на выставке Retail Week. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Дарья Лащенко, я представляю компанию Domate. Крупнейший производитель индейки в России. Также мы являемся производителями утки, баранины. У нас есть молочное бизнес-направление и глубокая переработка. Замечательно. Подскажите, пожалуйста, где ваше производство? Где вы берете сырье? Мы вертикально интегрированный холдинг. У нас собственное производство в Пензенской области, в Ростовской области. Также у нас производство в Ставропольском крае баранины. Поэтому вот работаем в нескольких регионах. Также у нас крупнейший молочный комплекс в Сибири. Здорово. Подскажите, пожалуйста, у вас мясо в чистом виде или у вас есть еще и полуфабрикаты? Мы сейчас запускаем завод по глубокой переработке индейки. Также мы выпускаем натуральные полуфабрикаты, рубленые полуфабрикаты из мяса. И наш молочный бизнес – это молочный комбинат Пензенский. Там мы, собственно, перерабатываем молоко, молочную продукцию производим. Да. Полный цикл от выращивания до производства и переработки более высокие маржинальные продукты. Замечательно. Подскажите, ваши надежды на выставку, познакомиться с ритейлерами, показать свою прекрасную продукцию, заключить контракты. Как для вас проходит выставка? Насколько интересное общение? Ну, выставка отличная. Какие ожидания? Знаете, ключевое – это услышать друг друга, потому что мы гораздо чаще встречаемся в качестве переговорщиков, да, вот по разные стороны, так скажем, стола, когда производитель хочет продать, ритейлер хочет наиболее выгодно купить, да, вот здесь как раз то место, где мы слышим друг друга, чтобы быть в конечном счете эффективнее, потому что все мы заинтересованы в том, чтобы продукты, которые мы производим, были востребованы рынком, это очень важно. Мы вам на этом поприще пожелаем удачи. Надеюсь, что наши ритейлеры присмотрятся к вашей продукции, окажутся и довольны, заключите вы интересные много контрактов. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Всем удачи.